Научное наследие известного русского ученого Сергея Чаплыгина стало темой обсуждения на международной конференции, прошедшей в Чувашском государственном университете. Смотрите сюжет наших молодых коллег-журналистов. В Чувашском государственном университете проходит международная конференция под названием «Научное наследие Сергея Чаплыгина. Неголономная механика, вихревые структуры и гидродинамика», посвященная 150-летию со дня рождения великого российского ученого, вложившего большой вклад в развитие математики и механики. В работе конференции приняли участие известные российские и зарубежные ученые, инженеры и конструкторы, аспиранты и молодые научные сотрудники. Проект организации международной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Сергея Чаплыгина, был поддержан Российским фондом фундаментальных исследований, выделившим грант Чувашскому госуниверситету на проведение конференции. На торжественном открытии конференции с приветственным словом выступил ректор ЧГУ Андрей Александров. Он отметил, что молодые научные сотрудники играют важную роль в развитии науки. Очень радостно, что вместе с маститыми учеными, с академиками, профессорами конференция принимает участие очень много молодежи. Вот это важно, наверное, для любого направления в науке, в том числе и для математики и механики. Я желаю вам провести эти дни на Чувашской земле, в нашем университете с интересом и пользой. Председатель Кабинета министров Чувашской Республики Иван Моторин отметил, что проведение конференции в Чувашии не случайно. В республике часто проводятся конференции в области гидродинамики. Чувашский университет выбран вообще как бы город Чебоксары. Я действительно год назад присутствовал на конференции по аэромеханике, гидроаэромеханике, которая проводилась тут. Познакомился потом с ректором университета. Сам город мне очень понравился. Место, то есть место не только для работы, но и для отдыха. Ну и в результате действительно мы приняли решение и с академиком Козловым, с вице-президентом Академии наук, проводить конференцию именно здесь. В конференции принимают участие не только российские ученые, но и научные сотрудники из Польши, Сербии, Мексики и Франции. Борис Лугайчи из Сербии, из Белграда. И мне очень приятно быть на этой конференции, которая посвящена Сергею Алексеевичу Чаплыгину. Это один из самых известных механиков в мире. Он, у него очень большое впечатление, так очень великие результаты там в неголономной механике, вихревым структурам и гидродинамике. И так мне очень приятно, чтобы он мог участвовать здесь. Дарья Борзаева, Алексей Апанаев, пресс-служба ЧГУ.